В Елабужском институте КФУ состоялось общегородское собрание родителей выпускников школ 2016 года. На протяжении учебного года мы очень тесно работаем со всеми школами нашего города, со школьниками, начиная с начальных классов, заканчивая старшими классами. Это и детский университет, это различные конкурсы, мероприятия, конференции для старших классов. Мы проводим очень интересную межрегиональную научную универсиаду школьников, это 9-11 классы. В этом году решили также работать и с родителями, и провести общегородское родительское собрание в стенах нашего университета. Родители абитуриентов встретились с руководством института и ознакомились с правилами приема в 2016 году. Встреча абитуриентов с Елабужским институтом состоится 24 апреля в день открытых дверей. Я пришла по поручению своей дочери, которая планирует в этом году подавать сюда документы на кафедру иностранного языка, так как она очень любит немецкий язык и была уже здесь в прошлом году и является олимпиадницей, так как ее уже здесь знают. Я очень надеюсь, что мы будем учиться здесь и нас встретят уже как абитуриентов в этом году. Аделя Мухаммедшина, Сирена Иванова, Денис Сипайлов, Универньюз.